Путем проб и ошибок я нашла формулу идеальных ленивых вареников. Раньше, когда я не знала маленьких хитростей, у меня вареники то разваливались, то разваривались. Теперь никогда такого не происходит. Вареники получаются крепкими, вкусными, точно как в детском садике. Даже малоежки и тот, кто не ест творог, уплетут за обе щеки. Всем привет! Сегодня хочу приготовить ленивые вареники. Зная маленькие хитрости, вы всегда получите вкусные ленивые вареники, как в детском садике. Для приготовления нам потребуется жирный творог 9% полкилограмма. Его всыпаем в емкость. Творог не должен быть влажным. Если у вас творог влажный, то лучше откиньте насечечко на полчасика, чтобы сыворотка лишнее стекла. Вот наш творожок. Сухой, рассыпчатый. Туда вбиваем одно куриное яйцо. 3 столовые ложки сахара с горочкой. Что бы я ни готовила, я всегда во всю выпечку добавляю соль. Буквально пол чайной ложечки, плюс-минус на глаз. 3 столовые ложки манки с горкой. Конечно же, мука. Муки тоже 3 столовые ложки. Ровно так же, как и манка. И тоже с горочкой. По желанию можно добавить ваниль или ванильный сахар. Я этого делать не буду. Сейчас я просто замешиваю тесто. Тесто я уже размешала. Оно получается вот такой приятной текстуры и уже почти не липнет к рукам. Все как надо. И очень главный этап, который ни в коем случае нельзя пропускать, так как у нас была в составе манка, полчаса вот это тесто должно постоять, чтобы манка набухла. 30 минут прошло, тесто полностью дошло до нужной кондиции. Разделяем на небольшие кусочки и теперь будем на столе, присыпанным мукой, раскатывать колбаски шириною до 5 сантиметров. Наши раскатанные колбаски мы нарезаем на небольшие ленивые будущие вареники из творога. Пока мы режем заготовочки, я поставила чайник, чтобы у нас сразу была горячая вода. И будем бросать их в кипяток. Водичка должна быть слегка подсоленная. Бросаем не сильно много, чтобы они между собой не слиплись. Вот такого количества достаточно и ждем, пока они всплывут. Как только всплывут, достаем и они уже готовы. А я надеюсь, вам понравился наш рецепт. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем приятного аппетита и до скорых встреч. Всем пока-пока!